А может вот так, потом вот так, да. И сейчас... Это мутит. Это сложно объяснить. Тут есть, короче, Игорь, есть одна проблема. Один блок находится в воздухе, и я просто туда не могу поставить другой блок, чтобы на него поставить рельсы. Ты наркоман, я вообще не понимаю, что там происходит. Хочешь ржать до отключки? Заходи на канал Глюка, куча смешных роликов по Happy Wheels, GTA 5 и Kerbal Space Program. Отскульные игры и немного веселого неадеквата. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе Игоря мы будем проходить очень крутую карту, где докажем вам то, что взаимная работа в команде — это действительно залог успеха. Да, ребята, всем привет! Да, и в принципе, давайте не будем тянуть, ребята, вы можете улепить большущий палец вверх на наши два видео, да, Игорёк? Да-да-да, вы должны поддержать нас лайком, потому что вот дружба — это главное, и да. Мы дружим с вами, поэтому надо да, лайки, да. Надо и, лайки. И в этой серии докажем то, что реально дружба самая важная. Так, Игорёк, что нам тут пишут? Чтобы мы играли на нормальной сложности, это все нормально. Гейммод 2 давай еще раз пропишем. Гейммод 2 стоит. Да. Ну, в принципе, ребята, будем Дон объяснять. Чит, короче, ну все, давай, надо давай. Получать удовольствие, самое главное. Да, так, давай. Всё, входим в не знаю куда, куда там пишет Temple. Знаю, ой, я, короче, за красную команду, а ты за синюю. Да, да. Короче, так. Ребята, дай я быстренько объясню. У нас есть две комнаты, и нам нужно как-то друг с другом скооперироваться, чтобы пройти в следующую комнату. То есть он должен сделать что-то в своей комнате, я что-то в своей комнате. Совместно, чтобы пройти дальше. Я пока не представляю, что нам нужно сделать. Что у тебя там есть, Игорь? У меня, короче, есть деревянный топорик, который ломает дерево. У тебя есть там вообще какое-то дерево? Да, есть у меня дерево. У меня есть тут дерево. А ну, скинь мне топорик. Это вот что такое? Трейд, это, короче, обмен. Типа, сейчас я добываю. Вот подожди, сюда. А мне как камень? А вот смотри. Вот, у меня открылась тут печка, я могу тебе скинуть кирка, которая находилась в печке. И сейчас ты сломаешь камушек. То есть, я теперь ломаю камушек. Да, то есть, видишь, нафиг, взаимная работа. Так. Вот, понимаете, без него я как бы это не справился, а без меня бы он тоже бы не это не справился. Вот именно. Так, у меня тут есть еще верстак и дерево, что нам нужно скрафтить. Я, если честно, пока не представляю. Вообще, я вижу какую-то тему. Как? Рычаг может ставиться на золотой блок. А, во-во-во, у меня, кстати, тут золотой блок есть, я могу поставить сюда рычаг. Только зачем тут верстак у меня есть, я не представляю. У меня тоже верстак, у меня печка, короче. Да. Зачем мне печка? Ну вот смотри, я прохожу сюда дальше и... Во-во-во, я смогу открыть. Давай станем на... Вот, открыли. Круто, мне нравится пока карта. Ну все, тогда я пойду по красной дорожке, ты идешь по синей, как и шли. Да. Вот смотри, Игорь, что мне тут написано? У меня есть тут табличка, где написано, ты сможешь контролировать блоки. Вот смотри, у меня есть тут 4 плиты, если я нажимаю на плиту, что там происходит? Короче, это паркур, когда ты нажимаешь на плиту, у меня выдвигается блок. Понял? А если я схожу с плиты? То блок задвигается. То есть нам надо скопироваться и делать точно, как вот, чтобы перепрыгивали и не умирали. Конечно. Так, ну давай тогда, прыгай на первый блок. Да. Раз. Так, смотри, надо как-то сделать так, чтобы как-то одновременно. Давай я буду считать на счет 3. Давай, раз. Раз, два, три. А, неправильно. Давай так. Ты упал, да? Ты упал на первом или на втором блоке? На первом я даже не успел. Давай будем делать так, когда ты будешь гореть, раз ты прыгаешь на 3, как обычно, я буду прыгать на 2, чтобы успеть долететь туда. Попробуем вот так. Давай. 2, 3. Да, готово. Успел? Вот, давай. 3. Нет, ты, Игорь! Я тебя спрашивал, успел, а ты уже прыгаешь. Давай еще раз. Ты хочешь специально, чтобы ты убирал? Чтобы ты помучился. Давай еще раз. Раз, два, три. Ой, я забыл прыгнуть. Так, давай. Ну прикольно, вот это реально тяжело. Давай. Есть люди, которые проходят эту карту без скайпа. Это как вообще? Ну, мне кажется, в чате пишет, знаешь, там раз, два, три. Давай. Раз, два, три. Да. О, чую. Да. Раз, два, три. Да. Раз, два, три. Хорошо, стой на месте. Я открываю рычаг есть, золотой блок. Все? Стой, как мне передать? Вот. Офигеть, мы реально прошли вот это. Да, я бы это вряд ли прошел. Так, давай дальше. А, нажми сюда для помощи. Давай. Что это? Ура, это дроппер. Ой, нифига себе, с первого раза, офигеть. Как это я сделал? О, я тоже с первого раза. Так, а у нас тут есть алмазный блок. Давай дальше будем, что тут у нас есть.
О, паркур, Игорь, паркур! Паркур, смотри, это паркур, это моя вторая стихия. Ну, я вижу, но точно не моя, точно не моя стихия. Так. Сейчас, подожди, я тебе покажу это на паркуре, показываю. Раз, два, три, и четыре, и пять. А там есть, кстати, чекпоинт, только я не представляю, зачем он, если мы там не возрождаемся, когда падаем. Короче, вот это самое. Надо как-то вот... Лестница это не моя стихия. И точно, что не моя. Я даже вот сюда, на этот блок допрыгнуть не могу. Вот, допрыгнул. Смотри, показываю. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и один. Ненавижу лестницу. Ненавижу лестницу. Давай будем как бы телепорт. А то это сложно будет. Да. Так, сейчас, не толкайся. Так. Тихо. Давай, стой там. Какой же жираба, стой. Стой на месте. Дядя Игорь, ты меня толкаешь, стой там. Я уже почти прошел, это рекорд. Ты че, мать? Так, сейчас я к тебе топянусь. Все, тихо. Как это делать? Да я попробую делать. Давай, иди туда. Смотри. Дай, давай. О. Дядя, давай, да. О. Куда я дальше боюсь? Да, так, давай я тебя догоню. Опа. Как ты меня столкнул, я? Сейчас, тихо, да, сейчас я. О, все. Круто. Это тоже сделано. Видишь, какие мы жесткие. Вообще офигеть. Так, вот. Дальше. Ненавижу паркур. Вот, ребят, напишите, кто любит паркур? Я не люблю. Я несколько раз задавал своим зрителям этот вопрос. Вот это вот сложно. Это реально что-то сложно. Так, есть, кстати, так. Очень много любителей среди зрителей паркура, но как-то вот... Ой, Эдис, что ты творишь? Че, я тебя столкнул? Да. О, так, я прошел. Ух ты, я сюда не допрыгну. Давай, Игорь, ТП ко мне. Давай, ТП. Да, все, стой тут. Я туда точно не допрыгну. А, не, допрыгну. Сейчас, тихо. Че, упал? А подожди, я сам сейчас тебе покажу, как у профессионала. Оп. Опа! Инфинит случайно. Все, я прошел, Игорь. Важно. О. Прошел. Да. Хренатый мощный. Так. Я взял рычаг, там рычаг был. Ну, смотри, какие вы шустрые, да, фига. Не делай, я тоже первый раз прошел. Вот это дроп. Вот это вообще. Давай. Так, ты красный, да? Я синий. Да, красный, короче. У меня здесь сундук, короче, с каменным топором, который может ломать кнопки. Где кнопки? У меня есть какие-то подсказки. У меня книжка, короче, и тут три подсказки. Что-то... У меня, знаешь... Чё у тебя там? Я, короче, типа, шахматы видел. Ну? И у меня, короче, знаешь, какая первая подсказка? L1, C3. Не знаю, может там линия 1, допустим, C3, это может там куб 3, фиг его знает, что там может быть. Давай, вот, поставил. Вторая подсказка это L24. Типа вторая линия от 4 куб. Да, поставил. И потом есть L3, C1. Подожди, L3, C1? Да. Так, стой, я уже поставил сюда, получается. Это не сходится. L2. То есть у тебя там сколько секторов кубов вниз? 3? У меня, смотри, короче, у меня... Может, мы что-то путаем? Ну, не знаю, Это сложно. Ты бы видел, что здесь у меня происходит. У меня сейчас вообще мозг завелся. L1, 2, 4... А попробуй поставить на четвертую линию... третий куб снизу. Как это? Ну, смотри, на первая линия... Первая линия от стены. Третий первая куб снизу. От стены, куб снизу. Вот, да. Я его поставил. Раз, два, три. У тебя только три куба вниз идет, да? Да, только три. Ага, то есть смотри, тогда не вторая линия получается, а мы переходим на следующую линию. То есть получается потом третья линия, первый куб идет. Поставил? И попробуй... Я что-то я сломал кнопку топором, и она теперь не ставится. Короче, это забагалась карта, я сейчас просто новую кнопку научу. Ну, куда? И еще И попробуй четвертая линия, второй куб. Так, ну попробовал. Короче, сейчас это, да, сейчас геймод. Не знаю, это сложно все нафиг. Давай попробую нажму. О, у меня что-то открылось. Их!
Как мы это прохали? Подожди. Так, я вообще не понимаю, что тут. Я просто случайные цифры говорил. Ну да ладно, ладно. Проходим дальше. Это Эдисон красава. Эдисон просто этот. Мозг просто. Да, так, ну в принципе тут все понятно, да, что нам тут нужно? Смотри, вот так. Нет, не так. Потом сюда. Выключай свое. Вот. И сейчас я сюда. Все. Мы шустрые. Так, смотри, что у меня тут есть. У тебя что там, Игорь? Рельсы и вагонетка. Рельсы и вагонетка. А у меня тут есть нажми для вещей. Короче, я нажал, мне выдало одну кирку, 10 камня и 10 рельс. И потом... У меня вообще, короче, полное этот... как его называют? Помещение, где вообще даже выехать с вагонеткой нельзя. Что за хрень? А-а-а! Вот смотри, Игорь. Жди там. Я буду для тебя строителем. Мне, короче, нужно для тебя построить дорогу. Подожди со своей дорогой, я вообще не вижу, что там происходит. Ну так... Потому что мне нужно ее, не знаю, построить для тебя. У меня тут, типа, открыто... Понимаешь, что проблема у нас? Чё? Не работает. Что не работает? Так, короче, мне нужно построить для тебя дорогу, чтобы потом открыть для тебя путь. Только тут есть одна проблема, Игорь. Тут есть одна проблема, которую я не знаю, как решить. Так, сейчас. Что может ломать вот это? Рейл. Ага, эта кирка может ломать только... Как? Мне надо как-то пробить стену. Я потом пробью, я знаю, как ее пробить. Как? Ну, потому что мне там кнопочку нужно нажать, чтобы пробить стену. Только, знаешь, в чем проблема? В чем? Тут есть два блока. Сейчас. А может вот так, потом вот так, да. И сейчас... Это мутит. Да это сложно объяснить. Тут есть, короче, Игорь, есть одна проблема. Один блок находится в воздухе, и я просто туда не могу поставить другой блок, чтобы на него поставить рельсы. Я наркоман, я вообще не понимаю, что там происходит. Я не знаю, как объяснить это. Это сложно, Игорь. Так, ну давай сейчас немного подумаем. Так, а выследить твой ник, что ты там делаешь? Я сам не знаю, что я делаю. Что это такое? Выпустите меня! Сложно! А почему вот тут нельзя ставить? А вот это может или автор карты что-то не продумал. Как мне сюда блок поставить? Честно, я вообще не остроюсь, что там где там происходит. Я могу, конечно, тебя выпустить, чтобы ты посмотрел, что... А ну давай, посмотри, как я бы, чтобы я посмотрел. Ну тогда я ничего больше не смогу сделать. Ну вот смотри, ладно, я тебя выпущу, только смотри. Вот, я тебя выпустил. Тут один блок, я не могу сюда поставить блок. О, я могу, знаешь, что сделать? Сейчас я, короче, выехаю. Ну вот. Как ты проехал нафиг? А ну давай дальше пробуй. Можешь как-то? Я вообще могу сделать по-другому. Да. А ну. Нихрена ты умный. Так, открывай мне двери. Так, вот смотри, у меня есть рычажок. Ставлю сюда. И все, мы прошли карту. Да? Вот смотри, то есть поздравляем, ты справился с этим. Вы прекрасная команда. Игорь, дай пятюню. И все, в принципе, тут есть отправиться на спаун, мы отправляемся на спаун, и все. Все, ребята, мы завершили эту карту, и в принципе, будем очень сильно рады, если вы влепите большой палец вверх за то, что мы с Игорем прошли эту карту, да, Игорь? Да, и обязательно написали положительный комментарий. Напишите вот в комментарии, любите ли вы паркур, и вот как часто вы играете со своими друзьями в Майнкрафт, вот. Да, ребята, и также напишите, хотите ли вы следующую часть этой карты, чтобы мы также с Игорем ее прошли. И на этом мы будем с вами прощаться, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всем пока.